Так. Шарошка King Size. Кто бурил по-серьезному, не смейтесь. Для меня это, конечно же, гигантские размеры. Как пришел. Снег оттаял, она как вылезла из-под снега. Я обалдел. Для наших агрегатов, конечно же. Но у нас тут один за пределами базы. Я его еще не видел. Ребята говорят, под сваи этой шарошкой бурили. О, какая! Я специально спичечный коробок положил. Тут есть маленькие шарошки, просто они примерзшие еще. Сегодня ночью снег... Ой, это не снег, а этот мороз был. Их вот отдалбливать. И такая вот вещь у нас тут хранится. И там еще, по-моему, еще приблизительно похожие есть. Это, кстати, по-моему, навесное для бобкета, сказали. Хотя фиг его знает. Вон еще одна валяется, не знаю, целая, не целая, тоже довольно крупная. Хотя поменьше той первой. Ну что еще? Вот, почти готовы к выезду. Сегодня суббота, в понедельник попрем на большой объект. Ну, объект небольшой, но серьезный. Вот, готовимся на продажу эту фигню. УГБшка, шишига. Надо пригнать еще такую же и из двух собрать одну. Все, спасибо.